Более 1000 педагогов приняли участие в традиционном февральском совещании работников образования. Среди делегатов мероприятия не только представители сферы образования из Якутии, но и из других регионов страны. Февральское совещание – это площадка, на которой работники образования могут сказать о своих проблемах и задать волнующие вопросы. И сегодня одной из важных задач, а именно развитие человеческого капитала, напрямую зависит от качественного образования, отмечают делегаты. А это в первую очередь работа учителей. Что учитель – это ключевая фигура в школе, от которого зависит действительно успешность ученика. Сейчас много делается для того, чтобы повысить и статус учителя, и как бы мы всегда стараемся добиваться и добиваемся исполнения майских указов президента по повышению заработной платы. И многое сейчас делается по повышению, ну, чтобы дать возможность учителям повысить свою квалификацию. У нас в республике действует 67 учреждений, где учителя могут повысить свою квалификацию. Ну, есть и основные. Вот. Также мы направляем повышать квалификацию учителей за пределы республики.